Александр Пушкин родился 26 мая в 1799 году и прожил всего 37 лет. Родился в Москве, в дворянской семье. Сам поэт рассказывал, что помнит себя с 4 лет. В 1803 году он чуть не попал под копыта лошади императора Александра I. Никто не пострадал, и только няня перенесла шок. Отец – офицер в отставке, потомственный дворянин Сергей Львович Пушкин. Мать, Надежда Осиповна, была правнучкой Абрама Ганнибала, знаменитого арапа Петра Великого. Именно от матери, ее африканских корней, унаследовал Пушкин свой горячий нрав, необузданную любовь к жизни. А поэтический талант позволил ему виртуозно переносить пышущие страстью мысли на бумагу, заражая своими чувствами современников и потомков. Помимо Саши, в семье было еще двое детей – Лев и Ольга. Родители Александра были людьми очень образованными, даже по меркам своего времени. Когда всему светскому обществу было свойственно знание латыни и французского языка, иностранной и отечественной истории, литературы. В доме постоянно бывали видные творческие личности – художники, поэты, музыканты. В то время детей в богатых семьях воспитывали французы, и все говорили по-французски. Лето Александр Пушкин часто проводил у бабушки в деревне. Бабушка писала о своем внуке. «Не знаю, что выйдет из моего внука. Мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо. Редко, когда урок свой сдаст порядком. То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его не уймешь». Маленький Саша очень любил свою няню, Арину Родионовну, которая рассказывала ему сказки. Когда он вырос, он написал эти сказки в стихах. В 12 лет Пушкин поступил в лицей в Царском селе под Петербургом, где получил прозвище «Француз» за свою любовь к поэзии вообще и к французским стихам в частности. Пушкин по успеваемости был на почетном 26-м месте. Кроме фехтования, российской и французской словесности, в которых он был первым отличником, с другими предметами у него как-то не сложилось. 6 лет Пушкин учился в Царскосельском лицее. Там он написал много стихов, а с некоторыми одноклассниками подружился на всю жизнь. Окончив лицей, Пушкин посвятил себя литературе. Первой его изданной книгой стала поэма «Руслан и Людмила». В 1820 году за вольнолюбивые стихи Пушкина по приказу царя Александра I выслали на юг России. Там он написал поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан». Затем поэта сослали в псковское имение его родителей – село Михайловское. Там Пушкин жил замкнуто, слушал сказки няни Арины Родионовны, читал ей свои новые стихи. В Михайловском он создавал новые произведения – трагедию «Борис Годунов». Почти закончил роман в стихах Евгений Онегин. Вернувшись из ссылки, Пушкин написал повесть «Капитанская дочка», поэмы «Полтава», «Медный всадник», сказку о царе Салтане, сказку о рыбаке и рыбке и множество стихов. 27 января 1837 года, защищая честь жены,
Пушкин дрался на дуэли близ Петербурга и был смертельно ранен. Обладая чрезвычайно горячим характером, поэт часто оказывался на дуэли. Тот роковой выстрел, который он получил от Дантеса, был произведен на 21-й дуэли в его жизни. Весь мир знает имя Александра Сергеевича Пушкина, читает его произведения. Александр Сергеевич Пушкин – слава и гордость нашей Родины. Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался. Месяц, месяц, мой дружок, позолоченный рожок. Ты встаешь во тьме глубокой, круглолицый, светлоокий, и обычай твой любя, звезды смотрят на тебя. Аль откажешь мне в ответе? Не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ей. Братец мой, отвечает месяц ясный, не видал я девы красной. Настороже я стою, только в очередь мою.